Всем привет, меня зовут Надя, и сегодня я буду готовить безалкогольную сангрию. Что мне понадобится для ее приготовления? Гранатный, мультифруктовый и апельсиновые соки, сироп, ликер малиновый и фрукты. Яблоки, киви, апельсин и лайм. Основным компонентом сангрии будет гранатовый сок, но также можно использовать виноградный. И в первом и во втором случаях будет очень вкусно. Первым делом я почищу киви. Нарезаем кружочками. Отправляем киви в чашку. Помытый, но не чищенный апельсин нарезаем дольками. Добавляем в чашку, также порежем лайм. Если у вас нет лаймов, то вы его можете заменить на лимон. Высыпаем. Яблоко нужно почистить от сердцевины. И теперь нарезаем. Отправляем в чашку. После того, как мы уже нарезали фрукты, мы добавляем одну рюмку ликера безалкогольного. Также его можно заменить на сироп. Сироп может быть любой, ягодный или фруктовый. 1 стакан апельсинового сока. 1 стакан мультифруктового. 1 стакан. И все остальное заливаем гранатовым. Так как воду мы не добавляем, мы положим много льда, чтобы наша сангрия была не приторно сладкой. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на несколько часов. 2 часа уже прошло, и мы достали нашу сангрию. Она у нас получилась очень освежающая и очень вкусная. Всем очень рекомендую ее сделать. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и пишите свои запросы. Всем пока!